Здравствуйте, я Татьяна Грибачева, приветствую вас на наших мастер-классах по квиллингу. И сегодня я вам покажу, как сделать вот такую веточку цветущей вишни. Для работы нам понадобится рамка, бумага ханди, две полосочки картона, полоски 3 мм. И, как всегда, ножницы, шило, пинцет и клей ПВА. Тычинки и небольшой кусочек проволочки. Итак, приступим. Берем с вами. Наша задача сделать для начала два цветочка. Будем делать вот этот. И сделаем один из пяти лепестков. Отрываем две полоски бумаги и склеиваем их. Так, дальше мы берем шило и, как обычно, крутим на шило несколько оборотов, так. А потом крутим диск. Подклеиваем край, придаем ему форму капли. Вот что у нас получилось. Так, и промазываем. Так, чуть-чуть его выдвигаем и промазываем с обратной стороны ПВА. Даем высохнуть. Таким образом, нам нужно сделать 5 таких элементов. Нам нужно сделать вот такие тычинки. Это у нас уже готовые 5 штук. И склеиваем их вместе ПВА. Обрезаем лишнее. Для того, чтобы собрать цветок, нам нужно вырезать круглую подложку. Вот из такого картона. Теперь мы надрезаем этот круг по радиусу. Вот так вот мы его надрезали. И таким вот образом подклеиваем. Делаем большую такую вот, не знаю, чашечку. И на нее мы будем собирать наш цветок. Промазываем край ПВА вот так. И боком наклеиваем лепестки. Вот так. Такой получился цветок. Сейчас нужно дождаться, пока высохнет клей. И можно вклеить середину. Так, вот у нас готовый цветок. Таким же образом делаем вот этот цветок. И сейчас приступим к выполнению бутона. Для этого мы из одной полоски крутим диск и придаем ему форму. Также проклеиваем. Так, вот у нас три заготовки для бутона. Теперь мы скрепим их вместе. Так вот наносим клей. Здесь у нас два листа на проволоке и три небольших, просто одинарные, без проволочки. Чтобы сделать лист с проволокой, соответственно, нам понадобится проволока, небольшой кусочек. Вот такой прямоугольник. Мы его промазываем. Вставляем по центру проволоку. Лишнее отрезаем. И вырезаем произвольно лист. Так, у нас два таких листочка. Ну, одинарные, соответственно, мы просто берем зеленую ханди и вырезаем разной формы листья. Вот. И также делаем прожилки.
листочки готовы. Теперь нам нужно сделать ветку. Для этого берем проволоку, режем ее на вот три небольших кусочка. Вот этот и вот этот. Так, для начала нам понадобятся обычные салфетки, чтобы придать ветке толщину. Мы промазываем ее вот таким образом, наносим на середину клей. Вот так кладем, загибаем край. И обматываем проволочку. Мы подготовили три фрагмента. Теперь их нужно обмотать вот такой бумагой ханди. Отрезаем небольшие кусочки и также обматываем их. Вот таким образом у нас будет. Сборку мы начнем с приклеивания ветки в рамку. Итак, наносим клей, выбираем нужное место и приклеиваем. Вот что у нас получилось. И на эту ветку мы можем собирать цветы. Нам к этому бутону нужно будет сделать вот такие зеленые чашелистики. Вырезаются из ханди тоже произвольно. Мы можем вырезать такую полосочку, сложить ее в три раза и сразу три листочка. Два приклеиваем к бутону. Получается, что на цветке в некоторых местах подложка видна. Мы можем ножницами обрезать видимые фрагменты. Так, наносим клей, выбираем место и приклеиваем. Сначала раскладываем листочки, потом подклеиваем. Клей наносим только на нижнюю часть листа. Ну вот мы с вами сделали такую работу замечательную в преддверии весны. До новых встреч!